про главное. Снежный городок на площади около общественно-культурного центра. Иллюминацию специалисты горсвета демонтировали заранее. Мы же продолжаем встречать новый день, отличная музыка, полезная информация о дорожной ситуации в городе и самыми свежими новостями. Все это здесь на Авторадио, в эфирного руля я, Максим Егоров. Всем привет и хорошего, доброго дня. Наше радио, хотя главная задача, это для иностранной аудитории, но у нас тоже есть внутренние частоты для городских радиослушателей. И они, я чувствую, похожи на вас. Там все программы в прямом эфире часто организуют подобные мероприятия, как дискотека 80. Вы можете слушать это на частоте 103.8. Поэтому мы хотим расширить наше сотрудничество, хотим знакомить вот эту русскую аудиторию с китайской культурой, цивилизацией. Кроме передачи новости, комментарии, еще и разнообразные передачи про путешествия по Китаю или китайская культура, китайская кухня, китайский фильм и учить говорить по-китайски.